Так, ну что, ты готов к концерту? Все, идем. Идем. Привет, друзья, рада вас видеть. Группа «Пицца» — это музыкальный феномен. В их музыке намешано больше стилей, чем в одноименном блюде. Пронзительные гитарные аккорды и откровенные тексты, живая искренность и несгибаемый оптимизм. Вот секрет популярности песен «Пицца» — то, за что их музыку уже давно любят и уважают. Этот концерт в одном из московских клубов заметно отличается от остальных выступлений. Это был один из редких акустических концертов группы, на котором царила по-настоящему интимная атмосфера. Это абсолютно уникальная интимная атмосфера. В этом виде, как мне кажется, наши композиции звучат лучше. Свой творческий путь Сергей Приказчиков начал еще в Уфе в неординарном хип-хоп-коллективе «Виа Чапа». Добившись успеха в родном городе, Сергей решил основать собственную группу и перебрался в Москву. Я не помню ни одного дня в своей жизни, когда бы я не занимался этим. Слушал или сам исполнял, или сочинял. Всю жизнь так было. Я услышал Beatles, Стиви Вандера. Мне было, наверное, года 3. В 7 я уже исполнял Элвис. Ба-ба-бру-бам-барам-бам-бум. Отец меня научил. За 7 лет группа выпустила 3 успешных альбома. В 2012-м «Кухня», в 2014-м «На всю планету Земля» и в 2016-м альбом с названием «Завтра». Сейчас ребят ждет плотный гастрольный график, поэтому хочется пожелать ему удачи и продолжать радовать своими песнями и другие города России. Всем здорово, это «Пицца», вы смотрите «Европа Плюс ТВ». Увидимся на концертах. Слушайте хорошую музыку.